жени меня. Мой комбайн, это точно знаю я. На чужих мне все равно, лишь бы шнек кидал зерно. Мой комбайн, продолжение рук и ног. На чужих мне все равно, лишь бы шнек кидал зерно. Мой комбайн, продолжение рук и ног. Ты меня не трожь, скромный я. И что ж, больше свой люблю комбайн, чем тебя, ядрёна вошь. Ты меня не трожь, ведь созрела рожь. Я пойду проверю лучше шнекопнитель, жатку, нож.
пишут, считают почетной, но все же одной из тех, что обходят, брезгливо пугаясь, увы, стороной, и тем, кто деревню корнями ос глубоко-глубоко, поверьте, работать на этом. Множество лет хотят все полегче устроиться жить, работать поменьше и вкусно поесть, а нам вышел дурно народ наш кормить, в том наше призвание есть. Рабочие будни, встаем чуть рассвет и ложимся в темно, и праздников нет, и нет выходных, но для нас все равно главнейшей задачей, взращенной с трудом, урожай весь собрать, и мы только просим, хотят все полегче устроиться жить, работать поменьше и вкусно поесть, а нам вышло только народ наш кормить, то наше призвание есть. Да, жизнь не малина, запчасти ПФО и медицин, и все дорожает, и с техникой старой лишь куча проблем, и муку на плату по несколько лет нам совсем не платить, но видно судьбою нам выдана доля, народ наш кормить, хотят кормить все на стол свой иметь, и мясо и масло и хлеб. И бедный крестьянин за это поесть, еще будет множество лет. Хотят все полегче устроиться жить, работать поменьше и вкусно поесть. А нам вышло только народ наш кормить, то наше призвание есть. Хотят все на свете на стол свой иметь, и мясо, и масло, и хлеб. И бедный будет множество лет, хотят все полегче устроиться жить, работать поменьше и вкусно поесть, а нам вышло только народ наш кормить, в том наше призвание Все, ребятки, закончил я здесь участок. Ну сколько соток, наверное, здесь, наверное, соток 20-25, может быть. Опечален и расстроен справедливый разум мой, опечатан и уволен офис на Серпуховской, но я все-таки настроен, я готов сорваться в бой. Я напомню вам задачи, что стоят перед страной. Госсовет большой семерки, Шереметьево,
Лондон. Мама, я привез победу с примирением сторон. Мол, у них в лесах Европы вне закона самогон. Мы обсудим эту тему с представителем ООН. Перетрем на этом съезде тему вырубки лесов, разбитых лампочек в подъезде, одноразовых шприцов. Мы решим вопрос глубинкой, водка, газ, дорога, свет. Или у нас достойных мало, или у нас достойных нет. Вот один мой друг, приятель, он в деревне за врача, и домашние животные его благодарят. Он подвел им грудь и ноги, все красивы стали вдруг. Он не просто сельский доктор, он пластический хирург. Он живет в любой деревне, там, где лес густой, густой, где женский монастырь с обрыва виден ночью под луной. Там горит одно окошко и хранит его покой настоятельница немка с непокрытой головой. Я уеду, больше не могу молчать. И во вторник или в среду с этим все пора кончать. Потихонечку оденусь и помчусь отсюда вспять. Оставляю свой автограф, ставлю круглую печать.